Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы хотим вас пригласить на первую прогулку с нашим щенком породы бишон фризе. Ему 5 месяцев, но на улице он окажется впервые в жизни. Как правило, щенков выводят на прогулку спустя 10-14 день после завершения вакцинации. Но наш курс вакцинации закончен уже давно. Полный курс щенячьих прививок с последующим карантином заканчиваются, как правило, в 3,5 месяца. Ну а прогулки, конечно же, необходимы щенку для физического развития, хорошего самочувствия, знакомство с нашим миром и адаптации к внешней среде. Собака приучается правильно вести себя в условиях города и взаимодействию с хозяином. Сегодня солнышко. Пойдем погуляем с нашей Дейзи. Дейзи, Адесь! Вот она впервые смотрит на уличные шумы и на уличное все это окружение. Ой, только не надо жвачки подбирать. Так, после снега, и такая ситуация, вот если приглядеться, вот она везде. Наша прогулка выглядит вот так. Пошли, пошли, Дейзи. Дейзи, Дейзи, Дейзи. Вот так. Дейзи, Дейзи, Дейзи. Дейзи. Понятно. И веселья даже какого-то никакого нет. Какие-то незнакомые запахи. Все неясно, все непонятно. Идти она никуда не хочет. Просто боится и все. Дейзи, пойдем. Вот-вот-вот потихонечку. Так начинаются все прогулки. Вот она сидит. Дейзи, Дейзи, ну иди ко мне. Иди, а то я уйду. Рулетка длинная, 5-метровая. На первую прогулку смысла нет брать коротенькую рулетку. Надо взять как можно длиннее, чтобы животное постепенно привыкало к тому, что нужно следовать за своим хозяином. Пошли, Дейзи. Вот потихонечку. Вот интересуется прохожими больше, чем своей хозяйкой. Ни в коем случае нельзя проводить первую прогулку со щенком без поводка. Щенок может просто испугаться какого-то звука, какого-то шума и помчаться, сломя голову, выпучившие глаза в неизвестном направлении. Нашим снегом так теряются щенки. Вот это все в один день пообломало так деревья. Там тоже все попереломано. Вот так вот бывает еще. Вот она, Сибирь. Только лежал снег, пополам сломанные деревья, и тут же солнышко. Пошли, Дейзи, Дейзи, пойдем. Сейчас сопротивляется, пытаешься ее вытянуть, она. Дейзи.
и чего ты там? Что ты там нашла-то такое? Пошли. Пойдем. Пошли. На пути вот еще заваленное дерево. Придется тропочку новую тут топтать. Здесь уже люди натоптали новую тропу. Еще у нас Дезечка. Дези, пошли. Вот она уже, видите, потихонечку и уже идет. Вот молодец. А что ты решила? На ручки, что ли, ко мне залезть? Ты на ручки? Нет, надо лапками ходить. Вот. Давай лапочками ходим. Ходим лапками. Здесь пошли. Пойдем. Ну и что там будешь сидеть, что ли? Давайте ее дернем немножко. О, уже прогресс. Ура, солнышко. Солнышко. И чего ты хочешь на ручки? Конечно, хочется на ручки залезть так же. Обняла. Ну нет, надо вокруг меня взялась теперь круги нарезать. Сильно подвижные. Вот да. Встретилась нам первая собачка. А? Да я вон снимаю. А-а-а. Понятно. Да я вас не снимаю, я только собачек. А я знаю, меня и не надо. Я вижу, кто они. Вот. Первая собачка встретилась нам на пути. Это мы сегодня первый раз гулять вышли. Правда, я вас понимаю. Прививки все у нас проставились. Вот. У нас все в порядке. Ну, вроде как не, особо не боится, только она боится натянутого вот этого моего поводка. Поводка, да. И чего, так будешь в обнимку со мной стоять, что ли? А, да. Пошли гулять. Чего обниматься-то? Пойдем. Все. То было не утянуть. Теперь она пытается залезть ко мне на руки. Считает, что так безопаснее и комфортнее ей. А это наш город. Машины шумят, ветер дует. Даже не знаю, как это будет сейчас выглядеть вся наша запись. Сейчас опять в тень зайдем. Да, Дези? Ой, Дези, это вокруг меня все запуталось. Ну и что, как мы пойдем? Поводок вокруг меня обкрутился. Вот так вот она пытается. Ну что, заходим в тень. Поздновато гулять пошли. Ой, вообще всю меня запутал. Ну, зато она уже как-то более-менее так идет. Пошли через дорогу. Идем. Вот так она уже потихонечку. Правда, неудобно мне так ее снимать одну. Рябину в этом году много. Да, Леся? Вот она уже потихоньку за мной следом бегает. Не просто бегает, а обкручивает все вокруг меня. Теперь я ее не могу снять, потому что она вокруг меня. Вот. И что? Опять запуталась, ага. Вот так все. Теперь стала лезть на ручки. Следом, конечно, бежит уже, не сопротивляется, не бьется, как рыбка на крючке. Но и стоит чуть остановиться, она тут же на руки лезет. Пошли. А, еще не сможешь, ее еще не снимешь. Вот так. Давай, беги за мной. Да что же такое? А, так и будешь на ручки лезть. Пошли.
Вот она уже более-менее культурно пытается следом бегать за мной. Я отхожу. Бежит. Пуська. Так, отходим. Все, беги ко мне. Ну, Дейзи, иди ко мне. Иди. Все уже потихоньку бежит следом. Ой, только мне ее тяжело снимать в таком виде. Деська, а ты что, меня потеряла? Ай, молодец. Все. Вот так. Собачки очень быстро приучаются к тому, что надо следовать за своим хозяином. Но на начальном этапе без поводочка не обойтись. Это мы пошли тут в наш парк погулять. Молодец. Суетиться она перестала. Стала четко ориентироваться на меня, на мое присутствие. Вот такая красота. Вот она вам, Сибирь. Вчера был снег, а сегодня светит солнце. И жизнь прекрасна, правда? И Дейзюля тут опять хочет на ручки, не хочет она ходить сама ножками. Страшно, наверное, ей. Вот такая она, Сибирь-матушка. Да. А ты опять ко мне, что ли? Ага. Не хочешь ножками ходить? Ага. Вот так вот. Бежит уже. Культурно уже, почти культурно бежит. За раз научилась, как правильно себя вести. Вот такой ребенок. Угу, видели. Вот, бежит по кругу. Не отстает. Боится, наверное, потеряться. Ага, бежит. Так же, как мчатся эти машины. Вот так. Да, моя Дейзи, умняшка. Вот она уже. Все. Жизнь прекрасна. Так было страшно, скажи. Ой, чуть не упала. Дейзи, я чуть из-за тебя не упала. Все равно как-то прохладненько. Нос мерзнет, ага. Дейзи, ты молодец. Ты все прекрасно поняла, да? Конечно, скажи. Теперь согласна, скажи, гулять хоть каждый день. Ай, умница. Вот она такая умная собачка. Вот и все, скажи. И ничего, скажи, я не боюсь. Приходите с нами гулять. Да, Дейзи? Скажи, мы приглашаем вас гулять вместе с нами.
пожаловать. Это вот тоже город Кемерово. Вот так. Все, культурно бежим. Немножко, правда, под ноги не попадает. Ну куда ты там делась-то, Дези? Дези, ой, молодец. Ай, умница, девочка. Умница, умница. Ой, вот. Опять перепугалась. А, она с другой стороны решила забежать. Вот, начала интересоваться происходящим. Вот. Уже не плачет, не бьется. Что ее за шею что-то там дергает. И поводок туда не натянут. Ну, в любом случае, в первый раз самое удобное — это именно вот такой вот поводок, рулетка. Камера немножко трясется. Дези дергает за поводок. А рулетка-то в руках. Спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца. Особый респект тем, кто подписался и поставил лайк нашей Дезечке. Ну и, как всегда, продолжение следует. Здоровья вам и вашим любимцам!